Девчонки, всем привет! Снимаю сегодня видео, которое меня очень просили, о хранении организации моей косметики. Хочу сказать сразу, я долго сопротивлялась и не хотела снимать, потому что мне сейчас очень не нравится именно как у меня хранится моя косметика. У меня это все находится на обычном столе, вообще с клеенкой. Я уже рассказывала, что я живу на съемной квартире и хотела уже дождаться того момента, когда буквально через 3 недели я переезжаю к себе домой и показать вам уже. Ну, для сравнения, окей, можете посмотреть. Начну по порядку. Здесь у меня в абсолютно обычной коробке стоит, во-первых, моя палетка с тенями от джинс и некоторыми другими. Также здесь тени от буржуа, румяна, точилка. Здесь мои дорожные 2 набора от Limoni с кистями. Я на них тоже делала обзор. Подводки гелевые от Essence, от джинс пигмент. Так, эта кисть у меня не здесь должна быть. А что у меня в такой вообще коробочке из-под чая? Здесь у меня тени от Art Deco, Essence, Mary Kay. Видео, вернее, не видео, а блог про все мои тени есть на моем, опять-таки, блоге, простите за тавтологию. Здесь у меня также от Essence пудра, которой я вообще не пользуюсь, румяна, которые мне очень нравятся, другие разные, Rimmel, Art Deco румяна, консилеры от Essence, от Clinique лежат тени, также бронзер от Essence, другие тени. В общем, здесь просто так у меня все навалено. А здесь у меня стоят тени от Chanel, от Pupa, моя любимая пудра от Givenchy темная. Здесь у меня 2 пары румян от Guerlain, пудра от Atelier, бронзер от Isadora. Здесь тональные основы, диоровская, здесь тоже такие румяна от Estée Lauder. Тональные основы, опять-таки. Здесь просто весь у меня такие спонжики, кисточки какие-то ненужные. В этой корзинке у меня хранятся все мои помады и вообще все, что для губ. Тоже на это есть отдельный блок. Здесь у меня лежат туши, консилеры, какие-то пробнички масок для бровей. Мое, кстати, любимое просто средство — это Эвелин. И много чего другого. Здесь у меня все мои карандашики, какие только у меня есть. Ножнички, щипчики. В общем, вот такая вот. Реснички накладные. 2 зеркала. Мой любимый от Fresh Line. Блеск для губ, бальзам в то же время, пудры опять-таки, мои кисти, многие из них вы уже видели обзор. Здесь кисти, которые мне нужно помыть, которыми я сегодня пользовалась, я их отложила. Здесь мои линзы. Ну, соответственно, в этой части некоторые средства, которые у меня не в ванной и не в другом каком-то месте. То есть это лосьоны для снятия макияжа, какие-то масочки, крема. Так, что у меня здесь? Здесь у меня масло зародышей пшеницы, касторовое масло. Да, кстати, вот у меня с кисточкой касторовое масло наношу на ресницы перед сном, но не каждый день. Средство для линз, соответственно, жидкость. Ну, в общем, таким незамысловатым образом выглядит вся моя косметика и как она у меня находится. Мне это абсолютно, повторюсь, не нравится. И надеюсь, совсем скоро я смогу вам уже показать другой вариант. Всем спасибо и пока-пока!